Вячеслав Науменко – атаман Кубанского казачьего войска, герой Первой мировой войны. Оказавшись на фронте, нес службу в казачьих и армейских штабах. Именно с легкой руки Вячеслава Григорьевича фронтовая песня кубанских казаков «Ты Кубань, ты наша Родина» стала гимном всего войска с 1921 года. Его история и подвиги вписаны во второй том «Страниц казачьей славы». Это же сборник, это документы, ее надо собрать, эти документы было обработать, привести современную орфографию и все. Это пятилетие, 5-6 лет выходит на подготовку этого сборника. Изучение сотни архивных документов, фронтовых фотографий и собранные воедино истории потомков героев-казаков принесли свои плоды. По словам автора, это не художественное произведение. Книга пригодится историкам и станет отличным подспорьем для учителей. Однако и те, кто просто хочет узнать о своих предках, почерпнут массу интересной информации. Я не так давно узнал, что, оказывается, мой дед Илларион Михайлович Полуполтинов как раз сражался на Кавказском фронте в составе 4-й Забайкальской батареи. Вот. И более того, он как раз был в тех местах, вот, связанных с резней. Финансирование помогли администрация Анапы, районное казачье общество и Центр армянской национальной культуры. Основной тираж будет распределен в библиотеке школ, казачьи группы и музеи. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.